Ия Сабах, Эль-Фалев, Эль-Уэль, Хумасвель, Баба-Ганук. Помнишь меня? Рамзес! Скажи мне спасибо, друг. А, ну да, спасибо. Я серьезно. Англичанка велела тебя убить. Но я... Я славный парень. Я спас тебе жизнь. Сейчас я твой единственный друг. Ну-ну. Ждешь от меня ответной услуги. Так ведь? Умный. Молодец. Взял и сам все понял. Мне нужна такая малость. Дорога к Эраму. Конечно. Где город? Я этого не знаю. Брешешь. Слушай, а если бы и знал, ты убил бы меня, как только бы я раскололся. Обижаешь? Ты же пират. Пират и бизнесмен. Прояви уважение. Давай еще раз. Как мне найти город? Ты можешь хоть пытать меня. Ладно. Но я правда этого не знаю. Пусть так. Тогда мне наверняка поможет твой друг. Что? Кто? Твой друг. Виктор Салливан. Я не хочу этого делать. Все-таки он уже в почтенном возрасте. Стой. Нет, нет, нет. Ты не оставил мне выбора. Может, Виктор ценит свою жизнь дороже? Стой! Не трогай Салли! Пока, Дрейк! Не смей его трогать! Ну, повеселимся. Значит, не хочешь говорить, да? Я с тобой говорю! Думаешь, ты крутой, да? Ты у меня попляшешь. Клёвый капитан. Ты... Черт, ты-то откуда вылез? И не вставай! Ладно.
Ром, ну конечно. Вот это я понимаю. Пусто. Ну да, пусто. Ладно, уже прогресс. Я тебя вижу. Только не оборачивайся. Не надо. Так, Салли. Ты где-то здесь. Выгодно. А кто такая эта англичанка? Мне плевать. Лишь бы платила. Иди сюда. Двое есть. Продолжаем. Его!
запах сразу не получу. Засали! Так, уже близко. Не возражаешь? Не так уж и страшно. Тебе конец!
Есть идея. Круто. Сойдет. Вниз не смотреть. Так, второго шанса не будет. Снова земля под ногами. То есть лодка. Придется укол от столбняка сделать. Это вышка.
то, что доктор прописал. Так, уже почти. Круто. Корабль Рамзеса. Так, наконец-то. Это уже не смешно. Ну и погром. Черт. План Б. Стоп. А ты куда? Наверняка Салли там. Мне надо на борт. О, черт! Что доктор прописал? А? Ладно. Это уже что-то. Надо попасть на борт.